Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 23 июня. Память святой мученицы Агриппины. Святая Дева Агриппина родилась и получила воспитание в Древнем Риме. С малых лет она отдала себя Богу и была по апостолу Христова благоухание во спасаемых. Как ароматное яблоко или как благоуханный цветок, она своим целомудренным и добродетельным житием приносила верным сердцам сладость и благоухание, чем и отгоняла смрад страстей. Она украсила свою душу девственной чистотой и обручилась с Христом, за которого в царствование Валериана, дерзновенно и мужественно, не убоявшись мучений, предала себя многим ранам из-за любви к своему жениху Христу. Тело ее было избито палками так сильно, что были перебиты кости, после чего ее обнажили и заключили в оковы. Но ангел Господень невидимой рукой разрешил от уз и подкрепил ее, и она, поправ всякое нечестие, в муках предала Богу дух свой. Кончина святой мученицы Агриппины последовала в половине третьего века. Рабыни Христовы Васса, Павла и Агафоника тайно взяли тело святой мученицы и пошли с ним из Рима. Переходя с места на место, совершив долгое плавание, они приплыли в Сицилийскую область, где тайно похоронили святое тело. Как только Сицилия сподобилась принять честные мощи святой мученицы, тогда же она избавилась от мрачной бесовской злобы и стала иметь защиту от огорян в молитвах святой Агриппины. Так, когда огоряне приступили к тому городу, где находилась церковь святой мученицы, и осмелились завоевать его, они тогда же были преданы всеконечной погибели. От честного гроба мученицы все больные и прокаженные, приходящие с верою, получали исцеление всяких недугов молитвами святой мученицы. Благодатью Христа Бога нашего. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.